те времена я тоже был когда-то постудиалистом. Так, то, что у нас есть, то, что я готов заберить. Тут дружеские отношения движения, в европейских командах. И спорт объединяет и на самом деле спорт развивается. Это, наверное, и то, что цель объединиться в европейскую семью, частью европейского сообщества. Как вы говорили, что мы традиции, которые были... Ирландыкши, мемида, дидима, длобага, дауха, длобага, арвидас, ჩამობძანებისთვის ჩვენთვის დიდი პატივია ესეთი ადამიანის მიღება სპორტის სამინისტროში, მით უმეტეს მე თვითონ გულშემატკივარი ვიყავი ამ ადამიანის წლების მანძილზე. ეს არის ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ევროპელი კალათბურთელი, რომელიც კი ჩვენ გვინახავს და მისი გაცნობა ძალიან სასიამოვნო იყო. Რაც შეეხება იმ პროგრამას, რომელიც შემოგთავაზა ბატონ არვიდასმა, ჩვენ შევთანხმდით, რომ ჩვენ საღამოს მოუსმენთ და პრეზენტაციას ვიხილავთ მათთან ერთად და იმ საკალათბურთო პროფესიონალებთან ერთად, რომელიც საღამოთი გამართება, იმიტომ რომ ესეთ უცბად ალბათ კონცეფციის განხილვა ვერ მოხერხდებოდა, უბრალოდ ჩვენ შევთანხმდით, რომ მათ აქვთ ის გამოცდილება, რომელიც ჩვენი კალათბურთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შეიძლება აღმოჩნდეს. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სურვილი არის თანამშრომლობის და ჩვენ მომავალშიც ამას გავაგრძელებთ. Pirul de ce arse bus galat burtis federația romelit ce este au lisam programas da mom și imedonetro es da energia sa cartula și colo ce întreba și am izgan hilu ahteba gira mi tom mom ali guana hepsu cu el organul itarte. Мы приехали, когда я был полтора года назад, мы с коллегой обсуждали насчет баскетбола и грузинского и литовского и сейчас мы подготовили такую программу для развития баскетбола и представили министру спорта и обсудили, думаю, еще сделаем презентацию, чтобы там поглубже войти. И ему идея нравится, так что думаю, что будет все хорошо и это осуществится. Главная цель, да? Да. Какой будет чемпионат Европы? Как Литва сыграет, и как Грузия сыграет? Не знаю, у нас, я думаю, смена идет поколений. Команда будет помоложе, чем была. Много наших уже игроков, как говорится, закончили сборной, так что тоже прогнозы трудно что сказать, потому, конечно, хочется, чтобы было лучше, но посмотрим. Цикл олимпийский еще только начинается, так что... А Грузия тоже второй раз играет на чемпионате. Думаю, что соберутся все ваши игроки, потому что большинство играет за рубежом. И, как и в прошлом, все шансы попасть на следующий этап, и там уже как выйдет. Хоть, конечно, группа и у нас, и у вас не легкая. Мы с Балканом играем, Латвией, у вас там и Испания, и Словения.